Сессия, про которую пишут, что она наделала много шума, или она действительно провокационная, такая она а-ля лесбийская в легкую. Ну вот, вот это вот вы это... дурачились или пиарились? Нет, скажите. Вы поймите, что слово пиарились, так как, знаешь, я вообще про социальные сети могу долго говорить и люблю это долго делать. У нас 5 минут осталось, поэтому надо быстро. Собственно, тогда говорить. Я люблю свой Инстаграм. Следуйте за мной, Анна Седокова. Там, я люблю свой Твиттер, Анна, нижняя подчеркивание, Седокова. Я не делаю ничего ради пиара, я живу. И поэтому, может быть, зрителю интересно, поэтому у меня огромное количество followers, да, потому что я где делаю... Где больше всего? Больше всего в Твиттере 270 тысяч, ага. И в Инстаграме я один из самых больших, наверное, инстаграмщиков здесь. Но я чувствую и делаю. Я не думаю, значит, я сейчас выложу фотку, делаю там... Я могу, конечно, управлять какими-то вещами, я не буду вам говорить. Там иногда я там что-нибудь там делаю, какие-то там резкие поступки. Но все, что вот это мы просто ехали, мы ехали на концерт, мы дурачились. Мы, значит, кто-то сфоткал, мы выложили там. Понятно, что мы выбираем фотки, чтобы не особенно страшненькие были, это правда. Ну, вы не можете быть по определению. Есть, конечно, бывают случаи. Но опять-таки, ну нет, я не делал ничего ради пиара, друзья. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».